Добрый день, дорогие друзья. Евгений Гордеев из города-героя Смоленска. Друзья мои, я хочу поделиться с вами кое-какой информацией и услышать ваши комментарии на этот счет. Друзья мои, если бы я умел на телефоне тут монтировать, я бы показал вам скрины хотя бы того, о чем я здесь буду говорить. Ну и фотографии соответствующие. А пока, значит, вы сами можете... пока этого делать не смогу. Вы сами можете пройти, значит, по этим информационным дорожкам, которые я укажу, и посмотреть, значит, что там написано, как написано и так далее. Итак, друзья мои, вот есть такое, как оно называется, социальная платформа ВКонтакте. Если вы наберете в поисковике этого ВКонтакте два слова «Влад Князев», то вы найдете страницу этого Влада Князева. Там есть фотография, которая не оставляет сомнений у меня лично, что это Влад Бахов. И кроме того, значит, там написано то, что мне, так сказать, понятно, о чем говорится. Там написано, что год назад все было другим, я не представляю себя таким. И сейчас, оглядываясь назад и понимая, что год назад, я понимаю, что год может сделать с человеком многое. Что год может сделать с человеком многое. Вот так вот, по крайней мере, там написано. И написано, что парень этот, Влад Князев из города Смоленска, ну, будем так говорить, Влад Бахов, я уверен, что это он. И что у него... день рождения 14 сентября 1999 года. Здесь, так сказать, прокол. Чей прокол, я не знаю. По крайней мере, этот прокол, думаю, сделан не случайно. Сам Влад, когда в 14 году делал эту свою страницу, вряд ли он ошибся в дне своего рождения. Значит, вряд ли он ошибся. Этот день рождения под что-то подогнан, вот 1999 год. 14 сентября это день и месяц совпадают, но у Влада не 1999, как мы помним, а 2002 год. То есть 14 сентября 2002 года он родился. Вот, у него тут написано, что имеется подписки, 349 подписок. И записи 5. Место работы написано Wild Kippish. Ну, мы помним, что такое. Это вот это связано как раз вот с этой одежонкой, значит, с известными брендами, но на самом деле как бы сделанные в другом месте, может быть, на Черкизоне. Вот. У него тут 75 друзей. Запоминаем эти цифры, я о них буду говорить еще. Общий друг со мной Иван Фадеев у него. И был он написано здесь, на этой странице, 21 февраля. Только не написано, какого года. В 11:36. Не написано, какого года. То ли это был февраль 19 года, и на этом, так сказать, страница заглохла. То ли это ближе к нам. Но дело в том, что я вам сейчас покажу, что страница-то не заглохла. Я не знаю, кто, может быть, ее ведет, и зачем там какие-то записи вносятся. То есть, вы видите, здесь нет места учебы, например. А вот читаем, значит, в Гугле набираем теперь Влад Князев. И там есть страница, ну, там есть ссылка на какую-то страницу, которая шпионом называется, подколпаком.ком. Вот так вот она называется. Под колпаком слитно написано. Забыл, как эта вещь называется, но когда слитно пишется. Я мой Влад Бахов, типа, слитно. Ну вот. Значит, и название там, с кем общается Влад Бах, Влад Князев, именно ВКонтакте. Вот здесь, вот в этой социальной сети. Вот. И... открываем по этой ссылке, значит,
страницу и видим, что это, да, под колпаком ком. И там написано, там есть такое же фото точно, как вот ВКонтакте, о котором я говорил. Там Влад стоит на фоне какого-то здания, фотография серенькая, по-моему, не цветная, и смотрит в телефон, ну, разглядывает экран телефона. Вот, на голове бейсболка там и так далее. Ну, сами посмотрите. Вот, и оглавление вот этой страницы, как я уже говорил, с кем общается Влад Князев в ВК, ВКонтакте. Вот, и адрес его написан, адрес его страницы ВКонтакте, о которой я уже говорил. Но, что характерно, значит, слушайте меня внимательно и сами посмотрите. Здесь есть запись о том, что Влад окончит АУ МВД РФ в 2023 году. Понимаете, что здесь написано? Окончит. То есть он сейчас как бы учится, а в 23-м году у него выпуск. АУ, Академия управления МВД Российской Федерации. Нешуточное заведение. А Влад учился вроде бы, как, насколько я помню, в 19-м году, в 9-м классе, что ли, вечерней средней школы города Смоленска. Но дело в том, что в этой же вечерней школе, насколько я знаю, и насколько я не только наслышан, а знаю твердо, можно экстерном сдать все экзамены, например, за 10-11 класс и получить тот же самый свидетельство об окончании полной средней школы. Запомним это. И посмотрим, значит, вот эту дату рождения, что в предыдущем я говорил ВКонтакте, там, на его странице. 14 сентября 1999 года. Либо эта дата подогнана под эти годы учебы, чтобы показать, что он уже имеет там среднее образование, значит, вот, поступил, допустим, в год пропажи своей в 2019 году, и 4 года очно в этой Академии управления МВД России учатся. Вот. А если, значит, считать, что ему было, ну, вот как пропал он еще 17 лет, не было, было 16, и он в 9 классе учился, то можно только предположить, что если он жив, что он сдал экзамены за школу экстерном, получил свидетельство о полном среднем образовании и поступил, возможно, я говорю, опять же, я это скажу, это же не я эти страницы, так сказать, листаю, и не я добавляю у них записи. Вот этой записи не было, о которой я говорю. ВКонтакте. Я и раньше, значит, эту страницу видел. Там с чьей-то подачи, с подачи каких-то блогеров. Не помню кого, но спасибо им. Этой записи не было. А здесь вот, когда вот этот под колпаком шпион, так сказать, отслеживает все записи про этого человека, про Влада Князева, появляется эта вдруг запись, что он в 23-м году окончит эту Академия управления. Работает там же Wild Kippish с 19 года. Вот эта вот штука, где он может быть, где его и поставили, может, на бабки, понимаете? Дальше, ВКонтакте с 14 года, как и там. Ну, смотрите, значит, если там было у нас 75 друзей, да, на платформе ВКонтакте, то этот уже под колпаком ком выдает, что у него 90 друзей. То есть продвижение есть и по друзьям. И было подписчиков, я говорил тогда, подписчиков было 349, а сейчас значится вот здесь 853 подписчика. То есть какая-то движуха вперед, так сказать, есть, понимаете? Что тоже вызывает большое сомнение, значит, либо кто-то пользуется его страницей, залезает. Хотя я где-то там в комментарии в каком-то видел, что написано, что не пугайтесь, это, мол, родители там
залезают на его страницу. Может быть, ну тогда скажите, зачем, значит, залезать и поправлять, чтобы... Или не поправлять, а оживлять эту страницу, значит, и вставлять записи о том, что он, допустим, в академии в этой в какой-то учится. Не знаю. Или этот шпион ошибся, значит, ошибается. Ну, я вам даю, я не специалист, извините, мне мой возраст уже, так сказать, не дает мне возможность овладевать какими-то методиками поисковыми какими-то или методиками, значит, еще какими-то в интернете, значит, и в компьютере. Поэтому я обращаюсь к вам за помощью. Есть же продвинутый. Подскажите, что это такое? Что это за то, о чем я рассказал? Это фокус какой-то, либо, значит, ошибка чья-то, либо умышленно кто-то там на странице орудует и так далее. Не могу сказать. Вот, но я догадался, что эта страница как бы не совсем та, а уже созданная вот этим вот под колпаком ком этой программой, как бы, из того, что они пишут, что мы перерыли, значит, об этом, кого вы запрашиваете, все, и вот скомпоновали. И там еще есть и люди, с которыми он, типа, общается. У всех у них почти закрытые страницы, у всех почти. Но фотографии есть. Может, тоже вы посмотрите и скажете, что это за люди, так сказать. А может быть, свяжетесь даже с этими людьми каким-то образом и спросите, значит, вы с Владом контактировали ли, вернее, и когда это произошло с Владом Князевым. Вот. Может быть, фотографии у них есть новые, если он, слава Богу, жив, допустим, и действительно может учиться в этой... в Академии управления МВД России. Вот. Ну, для меня это тайна великая есть, понимаете? Я не могу, так сказать, раскусить этот орешек. А вот вы, может быть, помоложе есть среди моих слушателей. Свяжитесь с этими контактами Влада Князева и расспросите у них то, о чем я говорю. А может, я еще раз говорю, это было бы счастье, если у них бы оказалась свежая фотография. Ну, фотография, появившаяся, фотография Влада Бахова под ником Влад Князев, появившаяся после уже того, как он пропал для всех нас. Это было бы великолепно. Поэтому, и видите, друзей прибавилось, и подписчиков более чем в два раза прибавилось. То есть это его как бы живет, страница живет своей жизнью, будем так говорить. Вот, друзья, что я хотел вам сказать, и извините еще раз, значит, я еще раз говорю, что у меня накрылся медным тазом мой ноутбук, поэтому я... не могу вам показать, значит, вот в натуре как, но вы найдете вот то, о чем я сказал, я думаю, здесь уже труда не составляет, значит, во-первых, ВКонтакте найдете его страницу Влада Князева, во-вторых, в Гугле найдете вот эту вот ссылку на вот эту вот шпиона этого, то есть это будет ссылка называться, с кем общается Влад Бахов ВКонтакте. Такой, нажали, значит, и выйдете, значит, на его страницу уже ошпионенную. Ну что ж, друзья, с вами был Евгений Гордеев. Заговариваться стал уже в собственном имени, потому что очень волнуюсь. Вдруг это действительно так, и страница эта... Да, ну вы понимаете, как-то и странно, что вот молодой человек, 20 лет ему... будет еще 19 лет, 20 лет будет 14 сентября нынешнего года. И что, он ни с кем не контактирует, никуда не выходит, что ли, на связь? Не, подожди, как 20 лет? Да, 19 будет, да, 19 лет будет.
и что он ни с кем не контактирует, не выходит на связь каким-то образом. Пусть не со старыми своими так называемыми друзьями, которые его увергли, так сказать, вот в эту вот для нас трагедию, будем так говорить. А с кем-то же он должен общаться. Ну, с родителями, по крайней мере. Может, с братишкой. С Иваном Фадеевым, может быть. Ну, вот так, вот такие сведения я рассуждать здесь не берусь, потому что я говорю, что я не силен в компьютерных делах, не силен. Спасибо вам за внимание. С вами был Евгений Гордеев. И еще раз напоминаю, что у вас есть возможность проявить свою доброту и прислать приемлемое для вас количество денежек на счет домашнего моего приюта Катавасия 67. Мои питомцы ждут этого, надеются на вас и желают вам, как и я, всего самого-самого хорошего. Пока.